На модернизацию детских поликлиник Колымы потратят 10 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказал губернатор Магаданской области на еженедельном брифинге для журналистов. В частности, проведение ремонта запланировано во втором корпусе детской инфекционной больницы. Первый этаж здания отведут под современный диагностический центр. Тот план, который уже сформирован в Магаданской области и который в связи с поручением президента также будет обеспечен финансированием, это прежде всего здравоохранение, это новые физкультурно-спортивные комплексы, это детские сады. Минвосток развития выделит Магданской области 650 миллионов рублей. Кроме прочего, деньги направят на реконструкцию Тенькинской районной больницы и строительство спорткомплексов в областном центре и Оле.